Всем привет! Ну что, мы приехали в торговый центр Local. Сейчас пойдем посмотрим, какие цены здесь на продукты. Да, девчонки? Ну, здесь как-то продуктовые, еще так, магазинчики, детская комната, в общем. Нормально, приятный торговый центр. В общем, здесь продается всякое много ерунды. И вот, смотрите, даже целая коллекция. Серия с Микки Маусами. В общем, вот такие цены. Почти одинаковые везде. 1500 рублей на наши деньги. Целая серия. Вот еще чайник. Еще один чайник. Вот цены, кстати, на зубную пасту. По 109 продаются, по 89. Вот, кстати, набор щеток можно здесь купить. Вот такие цены. Зубная паста Colgate с солью. Она здесь с солью, я уже покупал такую. Вот паста Oral-B, здесь по 129, целые серии. Ну вот дешевые есть по 79, по 56. Вот такие наборчики можно купить здесь за 109. Боди для тела. Кстати, выгодно. Вот мужские наборы здесь продаются по 299, G3, Gillette 3. В принципе, хорошая цена. Детские зубные щетки можно также купить вот по таким ценам. Большой выбор детской пасты, смотрите. Для детей, конечно, это плюс. Они сразу радостные. Разные вкусы. Так этот магазин похож на наш Ашан, скорее всего. И здесь большой выбор всего можно купить. Ну и продукты тоже. Велосипеды вот эти ретро. За 2790 можно взять и рассекать по Таиланду. Детские велосипеды. Вот разные детские смеси продаются. Стоимость 1000. Разное детское питание, печенье. Вот по 70 продают. Каши. В общем, выбор очень большой. Вот это все. Это идет выбор. Если вы приедете в Таиланд, то вы можете все найти здесь. С собой даже можно ничего не везти. Все купить в торговом центре. Но цены... Екатерина Олеговна говорит, что очень дорогие. Вот да? Это наш Нутрилон. Мы пользуемся вот, вот таким средством для ребенка. Это дорого, Катя? Ну, это дорого. Это дорого. В Турции она говорит, что Нутрилон был гораздо дешевле. Дешево. В Турции было дешево в том году, но в этом там очень дорого. Цены взлетели везде. Можно купить вот такие яркие памперсы. По 309 в основном. Все вот по 400. Ассортимент тоже большой. И вот, смотрите, даже здесь можно взять и потрогать, и посмотреть, какого качества они. То есть, большой плюс, когда ты покупаешь. И посмотрите, какой большой ассортимент памперсов здесь. Разные ванночки, горшки, все можно купить. Смотрите, какие удобные стульчики детские. Тебе нравится здесь? Да, в общем, все можно взять. Ассортимент очень большой, даже для такого магазина. Смотрите, матрас, если кто там не взял с собой, кому нужны, там подушки разные. В общем, очень много всего. Также и одежды большой выбор, вот такой разный, который можно здесь купить и сразу же потом вот оставить и не везти. Цены, конечно, тоже не дешевые, сколько 159, 400 рублей нормальные. То есть выбрать есть что. О, платье детские прикольные. То есть ассортимент, можно что-то взять. Походить здесь, вот, майки, Микки и так далее. И все оставить здесь по 79. Маечка вот 200, 600 рублей. Кстати, качество хорошее.
Здесь есть проблемы с нефильтрованным пивом, кто любит. И очень тяжело найти. Я вот первый раз сейчас увидел, что и продается пиво. Называется оно вот так вот. Вау. Ну, по нему видно, что оно нефильтрованное. В общем, 62 стоит. Умножаю на 3. Ну, 180 рублей, там чуть меньше можно считать. Ну, ассортимент, кстати, большой. Смотрите, разного можно взять. Ну, и цены такие, конечно, дороже, чем в Москве. Ну, качество, думаю, лучше. А так в Таиланде вот самое вкусное это вот это Синга. Называется. Все пьют его, 62 стоит. Тут маленькая бутылочка 38, большая 62, и наборчик вот 184 вообще можно взять. Самое вкусное оно. Ну, кстати, вот большой выбор разного печенья. Вот мы такие берем наборчики. Очень вкусное. Стоит 90. Правда, там мало его. А так ассортимент тут тоже обычное Орео 30 стоит. Не знаю, сколько в Москве стоит. Здесь 30. В общем, выбор колоссальный. Разных орешков и так далее. Цены на орешки тоже вот пакет разный. Сухофруктов 359. Фисташки 351. Вот. Ассортимент колоссальный. Кстати, есть большой выбор вот такого печенья. Смотрите, прикольно. Упаковано. Все закрыто. Вот по типу Орео. Цена 42. Это примерно 120 рублей вот за такую баночку. Я думаю, это нормально. И выбор очень большой, смотрите, и разный вкус. То есть, и даже вот такие есть. Здесь больше уже по 7,9. Очень большой выбор всего здесь. Кстати, у кого дети любят киндер, здесь вот цена 30. 90 рублей, в принципе, у нас в Москве также стоит. Даже по 129 есть. Кстати, для детей есть большой выбор вот такого печенья. Разное. Не знаю, какое вкусное и невкусное. Ну, цена нормальная на него. Правда, вес там, веса вообще никакого нету. Кстати, у них есть еще местное пиво, вот Лео. Но оно невкусное вообще. Вчера пробовал, чушь полнейшая. И здесь вот просека, кто если пьет, бутылочка стоит 759. То есть, сами считайте, сколько это, какая цена. Я в этом особо не разбираюсь. Еще местное, кстати, вот Чанг пиво. Местное пиво, вот еще такая стоимость, но я его вроде не пробовал. В общем, ассортимент, конечно, тут большой, и вообще не знаешь, что можно взять. Смотрите, разные какие бутылки, напитков разных. Кстати, чипсы Pringles, которых у нас уже нету, здесь вот они по 37 вот за такую банку. Сколько здесь грамм, я что-то пока не вижу. В общем, 100 с чем-то рублей. Выходит? Нормально. Так, здесь большой выбор чипсов. Там чипсов Lay's и разных местных. Но местные очень вкусные, я уже пробовал. Так что, вот смотрите, какие они есть. Они очень разные. Большой выбор. Выбрать можно, что хочешь. Вот смотрите. По 42 стоит. Ну, все почти по 100, по 200 рублей. И кто любит большой выбор, есть вот такой сушеный, как рыба сушеная здесь есть. Вот. Типа полосатика по 20. Кстати, цены хорошие, невысокие. Посмотрите, какой пакет кукурузы можно здесь купить за 149. То, что дети любят. Вот такие большие можно пакетики купить. Печенье, конечно, здесь выбор очень большой. Вообще просто не знаешь, что взять. Можно постоянно брать новые и новые продукты здесь. Получается, вот эти чипсы, похожие на Pringles, они здесь дороже, чем сам Pringles. Что-то очень странно. А вот кола Original по 81. А, это за 3 штуки 81, а так 29 стоит. Очень дешево. Выбор разных тоже ментосов. И, кстати, какие разные вкусы есть. Всего лишь по 10 они стоят, по 15, по 10, по 10.
это вообще уже по 30 рублей. У нас они гораздо дороже. И выбор конфет тоже очень большой и разнообразный. Вот даже вот эти маршмеллоу стоят по 69. Мармелад Харибо здесь по 38. Но тоже посмотрите, какой выбор. Большой всего. Ох, детям, конечно, это кайф. Вот кусочек рыбы можно взять за 247. Морепродуктов, конечно, здесь много. По 45 они продают рыбу. Набор яиц, кстати, вот такой. 30 штук. Стоит 130. Мясо, кто любит вот такое мясо. Кусочек 179. На кости по 165 вот продают. И вот тоже вот такое мясо по 118. В общем, большой выбор мяса здесь, и можно выбрать любое, любую нарезку, которая нужна. Вот колбаски продаются здесь по 76. Не знаю, что это такое, но похоже на пельмени, наверное. 59 стоит. Большой выбор вот, тоже мясных нарезок. Цены, в общем, почти одинаковые. По 79, по 119, по 129. Есть по 65 даже. Интересно, вот это что такое? Надо будет взять, попробовать. Йогурты здесь тоже вот продают по 79, по 35. В общем, большой выбор. Вот за 4 штуки можно заплатить 59. Но мы пробовали какие-то другие здесь, ну, очень вкусные. С хлопьями, которые идут. Разные вот молочные тоже продукты, цена такая. Вот уже молоко пошло, цены очень разные. Молоко здесь вот цены такие по 46, по 95, все от объема зависит, конечно. Вот большой литр 5 стоит 210-215. Протеиновые коктейли по 120, видимо, за одну штучку. А, нет, за три. За 3 штучки 120. И вот еще выше протеиновые. Для спортсменов. Смотрите, какие продают чипсы. Видимо, для правильного питания. Морковь, тыква. Вот такую рыбу мелкую можно купить по 49. Не знаю, для чего она. Чипсы по 35. Вот такой большой риса пакет можно здесь купить за 199. Так как это страна рисовая, здесь рис просто выбор колоссальный. Кать, что, маленьких мешочков нету для риса? В общем, самое дешевое, можно сказать, вот 139. Выбор очень большой. Вот, допустим, воду купить, вот такую упаковку стоит 140. А, три такие упаковки будет стоить 140. То есть вообще дешево. Посмотрите, какой большой набор, разный. Вот этой еды, кто это любит, роллтоны, дошираки. И посмотрите, какой выбор. И цены-то невысокие. И мы сейчас собираемся взять, да, Кать? Сейчас что-то возьмем и что-то попробуем. Но выбор просто очень большой. С креветкой, что ли, брать? С креветкой я буду. Бери один. Ну, два тогда таких берем. Есть вот такие наборы, как в детстве. Раскрошил и скушал сухую. Вот макароны мы берем вот такие здесь. 75 стоит. Ну, дорого, но ничего не поделать. Цены дороже, чем в Москве. О, я люблю такие, кстати, гречневые. Такие расценки, так что когда едете в Таиланд, думайте сами, сколько вам надо денег брать с собой. Есть, кстати, дешевле макароны по 55, вот по 49, детские. Все с Микки Маусом здесь связано, конечно. Они повешены на Микки Маус. Ну, а вот эта вся полка длинная, это все выбор вот этой сухой китайской еды. Вы представляете, какой большой ассортимент можно здесь всего набрать.
общем, попробую и расскажу, как это вкусно здесь. Питаться вот такой едой. Масло у них вот все вот такое в основном. Ну, такое дешевое, наверное. Самое из обычных. Вот, гранатовое есть по 43. Оливковое здесь очень дорогое. Так что я думаю, что все пользуются вот такими обычными. Мы вот такой вроде покупали. За 63. И вот с этой стороны тоже пошли разные масла. Соусы, наверное, какие-то. В общем, не знаю. Ну вот, наверное, типа оливковое. 52. Ну, в принципе, не так дорого, если это хорошее. Кстати, вот цены на порошок. Вот самый обычный, наверное, Тайд. Это переводится 55. Большие пакеты по 112. 135. В общем, вот такие маленькие по 89 есть. По 49 вот эти. В общем, нормальные цены, 150 рублей и выше. И большой выбор разных кондиционеров здесь тоже. Вот, по 69. Ну, может, это порошок, кстати, еще жидкий. Ассортимент большой. Специально вот тоже для запаха, для утюга. Такая штучка. 17 стоит. Для детей его детские порошки разные. Вот большой набор, 279. Вот есть разные моющие средства там для посуды. Ну, недорогие, по 3-4 или выше. В общем, выбор колоссальный в этих магазинах. Разные швабры, кому надо, кто приезжает убираться. Вот для полов там разные, 65, кто сам у себя убирает. Для туалетов по 25, по 30. В общем, печенье, конечно, выбор очень тоже большой. И разные, смотрите. Такие баночки 59 по 300 рублей. Но оно вкусное. Все вкусное здесь. Кстати, фанта вот такая есть по 81. Разные. Кто любит эти напитки. Вот расценки, кстати, на курицу. 68-63 на бедра. На ножки вот такие. С бедром по 77-75. Крыжешки такие 147-145. Ножки по 92, такие ножки по 87. Ну, еще есть такие подороже, видимо, здесь уже разные части. Вот еще тоже печень по 109, по 229, по 229. В общем, выбор мяса тоже большой. Вот бананы здесь продают по 119. Ну, хорошие, желтые, такие спелые. Ананасы. Манго, да, это не манго только. Вот манго зеленый по 69. В общем, выбор фруктов очень большой. И все очень вкусно. Чеснок по 79. Лук вот по 80 продают. Красный по 80. Обычный по 75, по 45. Вот такая капуста продается по 39. Обычная наша, которая вот у нас растет. Не знаю, какая стоит. По 38 вот капуста уже почищена. Морковь по 19. Картошка по 49. 4 картошины Катька взяла на 150 рублей. Вот цены на разный перец. Помидоры по 9, по 8. В общем, вот такие расценки. Огурцы по 7 продают. Арбузы вот. По 39 вот такие, по 29 вот продают вот такие арбузы. Кстати, вкусные, все хорошие. Вот есть темные, тоже по 29. Так как яблоки все импортные, они вот все помятые, побитые, цена на них дорогая, по 89. Зеленые вот по 109. Вот такие яблоки тоже вот. По 109. Вот такая морковь тоже есть здесь. В общем, здесь такие прям овощи и фрукты уже такие прям. Высший сорт. Ну что, немножко показал вам. Мы пришли на кассу. Сейчас посмотрим, что мы набрали и сколько у нас вышло этот день. Мы первый раз, кстати, в этом магазине, так что сейчас посмотрим. Ну а куда же без наших детей, которые играют
во всех магазинах, во все игрушки. Одевайте на Тима это. Да, и мячи выбрасывайте все. Наконец-то вы нашли свой бассейн с шариками. Ну-ка, надень. Смотри, какой чистый костюм, дай померить. А вот бежит Екатерина Олеговна. Екатерина, с пастой, наконец-то нормальный. Без соли. Бери, Кай. Дорого, дорого, Кай. Иди сам нас бегай за пастой. Маленькая, да? Маленькая, дорого, Кать, не будем брать. Наш бюджет не тянет на эту пасту. А вот мы то, что набрали сегодня. Пробиваемся. Наша золотая карта Union Pay сработала. Кать, ты счастлива? На ней опять ноль. Ну что, наша карта сработала. Так что, кто пользуется Union Pay, Газпром, приезжайте в Таиланд и расплачивайте спокойно. Не обязательно везти налик с собой. Девочки, какой тортик берете? Вот этот? С принцессами? Как мы танцуем? Ну-ка, танец показали. Смотрите, какую корзину можно купить. Подарочную. Подарок жене на этот. Да, на каждый... На каждое мероприятие можно дарить вот такие большие корзины. Цена всего лишь 2290. Кстати, цены одинаковые. Я думаю, что можно дарить всегда. Девочки, вы куда опять прибежали? А где Санта-Клаус? В этом торговом центре, кстати, он маленький. Очень много разных магазинчиков, разных палаток. Так что здесь есть не только продуктовые, но магазинчики с электроникой. Где-то продают одежду. Но в основном одна электроника продается. Продаются разные сумки тоже. Вот там дальше фудкорт. Там детская комната. В общем, в следующий раз, когда приедем, покажу. Ну, так много одежды разной еще здесь продается. Вот. Неплохих магазинчиков. Но везде, наверное, одна паленая одежда. А вот эту корзину, которую мы сейчас везем, все вот это вышло на 5700 бат. 5700, ну, может, там 5600, 500, примерно так. Так что цены здесь не дешевые. Так что думайте, когда летите в Таиланд. В своем бюджете. Вот большой выбор одежды еще продолжается. Одежда, обувь. Дети, конечно, за эти шарики здесь бьются. В общем, большой выбор всего. Ну что, мы побывали, в общем, в Лотосе. На этом видос заканчивается. В следующий раз снимаем что-нибудь другое еще. Так что ставьте лайки, комментарии и подписывайтесь на канал Никса.